В России начался осенний призыв. Согласно указу президента России Владимира Путина, в ближайшие 3 месяца армейскую и флотскую форму примерят на себя 152 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. В казармы и матросские кубрики они отправятся на год. Масштаб солдатского набора несколько меньше весеннего призыва. В Минобороны это объясняют пополнением военного строя за счет контрактников. В результате переоснащения частей оружейными новинками воинские арсеналы получили сложные боевые системы, которые командиры не решаются доверить вчерашним школьникам. Из Якутии в воинские части Дальневосточного региона будут направлены 1500 призывников, из них столицу будут представлять 900 новобранцев. В регионе осенний призыв продолжится до декабря этого года. Срок службы молодых людей, призванных в осенний призыв, остается неизменным – 12 месяцев.